Здравствуйте, друзья! Живу в Сибири, в Хакасии. И сегодня у нас на обзоре говядина с куста. Такой томат. Томат у меня от коллекционера. Я совершенно не знаю его фирмы. Поэтому уж меня простите. У меня два кустика. И вот я вам показываю их оба. Все верхушки я обрезала. Совершенно листья тоже обрезала. Пусть поспевают те, которые народились. Иначе я вообще ничего не увижу. Сезон у меня в этом году неудачный. Помидор в два раза меньше, чем в прошлом году. Но томаты есть и начинают поспевать. Поэтому мне нужно делать обзоры. Посмотрите, они какие крупные. Пишут, что они от 400 до 600 граммов. Мы сейчас это проверим с вами. Вязать он стал низко, и я внизу уже собирала томаты, то есть снимала на семена. Поэтому здесь уже не полностью томаты на кусте, которые были. Ну, в общем, вы видите, что томаты есть, хотя, может быть, не особо много. Как бы хотелось мне этого, друзья. Сортов томатов у меня очень много. И они только начинают поспевать. Мне срочно нужно их брать, показывать, делать семена, чтобы успеть потом сделать обзор другим сортам томатов. Хотя я просто физически не успею сделать обзор всех сортов. В основном блогеры, которые снимают томаты, на видео и показывает, как они у них растут, чтобы потом у них выписывали семена, видели, какие они урожайные, красные на кусте. У меня так не получается, друзья. Вы видите, что вроде как и есть томаты, и хорошие, но я не могу ждать, когда они все поспеют. Мне нужно давать томаты и внукам, и детям, а я этого не могу сделать, пока они все не поспеют. Мне надо будет снять видео, они поспеют, начинают портиться, трескаться и прочее. И я так не делаю. Только начинают поспевать, я сразу делаю обзор, и то все томаты не успею обозреть. И начинаю делать семена. Я могу уже угощать томатами своих родственников. В общем, такой красоты вы от меня не дождетесь, как от других томатоводов, друзья. Видно на видео, что я веду его в три ствола. И вот там уже наверху все я обрезала. Вот этот вот тоже надо обрезать. Уже там ничего не вырастет. Пусть растет то, что завязалось. В описании он от 400 до 600 граммов. У меня, по-видимому, от 300. 303 грамма. Разрезать я их не буду, потому что они, вижу, недоспелые, рано сняла. А у них столько мало семян. Вот этот можно бы разрезать. Но я уже брала семена и видела, что там вообще просто семян очень-очень мало. И я боюсь, что семена потом будут непригодны. Я все-таки с них возьму в дальнейшем семена. На вкус они очень вкусные, мясистые. Так что я вам рекомендую говядина с куста. Оставайтесь со мной на канале. С вами была я, Наталья, и мой канал. Делимся опытом взаимно.